Юныя спартсмены з аграгарадка Забялышын Хоцімскага района актыўна рыхтуюцца да рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў «Снежны снайпер» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Лыжныя гонкі і біатлон – гэта традыцыйныя віды спорта, якімі займаюцца забялышынскія школьнікі. І, як правіла, яны не застаюцца без важкіх прызоў. Рэпартаж са школьнай лыжні на Хоцімшчыне ў нашым выпуску. У аграгарадку Забялышын любят зиму. Может, кто и скардится на снеги и морозы, але тутэйшие школьники докладно радуются, потому что лыжный спорт и биатлон у этой школе в приоритете. У нас климатические условия позволяют заниматься лыжами. У нас, мне кажется, в нашей Могилевской области снег лежит дольше, чем в других районах. Это вот замечено уже на протяжении ряда десятков лет. Ну и прежде всего занятия на свежем воздухе приносят детям прежде всего закаливание, закаливающий характер. Добрая спортивная форма и лыжная амуниция есть выник перамог за бялышинских школьников. За апошние полтора десятка ходов больше за 300 перамог. Лыжи у Забялышине – это теперь престижно. Как катается? Очень хорошо. А не холодно? Не, я уже привыкла. И хорошо, к холоду привыкаешь, когда ездишь, закаливаешься. Желаю всем, кто лежит на диване, вставать и идти заниматься. Лыжами? Лыжами. Самому молодшему лыжнику только 8 ходу, але свежее поветра, доброе здоровье, удел у споборництвах и связанные с ими поездки и износины притягивают детей до спорта. Мне нравятся лыжи. А почему? Не знаю. Просто хорошо и весело? Угу. Кристина, какая твоя мечта? Победить в снежных гонках. И тогда будет счастье? Да. Наставники и керавництва школы рады, бо спорт дисциплинуя, а перамоги ведут до новых вышинек. В угле Забялышинская средняя школа ориентирована на спорт, и этим гонорится. Счастье наших детей в том, что мы их любим, в том, что они здоровы, что у нас мирное небо, вот, и это как семья, единое целое. Они с радостью идут в школу. С огромным удовольствием, детки. Они все здоровенькие. У нас очень-очень маленький процент заболеваемости. Школьники Забялышына традиционно занимают высокие места на снежном снайпере. Это спаборництвы по биатлоне сярод детей и подлетков, которые учатся у звычайных навучальных установах, один из самых успешных проектов президентского спортивного клуба и проводится с 2007 года. Республиканский финал сёлета пройдет у середине лютого у Раубичах. Ілона Іванова, Юра Уласцов, новини регіону.